Здесь начинается уже барахолка. Продает все свое. Сам себя обманул на 2000. Продаются диски. Сковородки старые. Всякие тряпки. Тебе это надо, да? Посуда. Гитара. Такие типы сидят. Также продается антиквариат здесь. Вот это уже самая настоящая барахолка. Бабушки, дедушки, куклы вон из нашего, вашего, возможно быть, детства. Бусы. Дай я посмотрю. Это кто тебе принес? Ну я думаю, что это ничего не изменит. Здесь уже антиквары расположили свои лавочки. Антиквары, диски, DVD продают, всякие открытки, монеты, чехлы. Напротив старики. Здесь порнушку продают. Можно посмотреть, какую хочешь. В общем, продает все. Только разве что сами себя не продает, пожалуй. А может, продает себя. Отдельные духи, точнее парфюм какой-то, козий пух, какие-то шкуры убитого медведя. Цены по запросу, я так понимаю. А здесь китаец продает свои изделия. Очень интересно у него некоторые. Курительные трубки есть. Дальше пластинки пошли. Сапоги. Какой-то хлам. Какой-то ханурик валяется. Уже пьяный, наверное. Или обнаркоманин, черт его знает. Ну ладно, мы пойдем с вами в самую гущу. Какая-то обувь, непонятно. Что это? Всякая всячина, всякий хлам. Я их разломал.
По 10 рублей, вот сказал. Все по 10 рублей. Ну, на этом пока все. Закругляемся.